Жители Московской области старше 65 лет в связи с введением режима повышенной готовности по предотвращению коронавирусной инфекции получат материальную помощь. Соответствующее постановление издал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Сумма выплат составит 3000 рублей. Начнутся они уже с 26 марта, с началом карантина. Эту информацию подтвердили в Щелковском управлении социальной защиты населения. Жанна Альбертовна, в постановлении губернатора Московской области говорится о том, что лицам старше 65 лет будет выплачено 3000 рублей в случае их самоизоляции в связи с коронавирусом. Как это будет происходить в Щелковском городском округе? Расскажите, пожалуйста, об этом. Данная выплата будет произведена двумя выплатами. Первая сумма в размере 1500 рублей будет выплачиваться, начиная с 26 марта. И вторая сумма в размере 1500 рублей будет выплачена по окончании периода карантина. Всем нам известно, что с 26 марта начинается карантин для граждан 65+, при котором граждане должны оставаться дома. Данная выплата будет производиться автоматически на основании тех данных, которые имеются в базе данных Щелковского окружного управления социальной защиты. При каких-то вопросах, возникающих по выплатам, можно будет обратиться на телефон горячей линии Щелковского управления. Наш телефон 56-698-03. Приходить за данной выплатой и писать заявление необходимости нет. Выплата будет произведена всем в автоматическом режиме. Период с 26 марта по 14 апреля. В это время в течение 3 недель людям от 65 лет и старше следует находиться постоянно дома в режиме самоизоляции. Повторим, за оформлением выплаты в сумме 3000 рублей никуда обращаться не нужно. Деньги поступят автоматически дважды. 1500 рублей после 26 марта, а затем еще 1500 после окончания карантина. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.